Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я хочу похвастаться вам, если можно так сказать, чего стоит честность ютуберам, во что она обходится конкретно мне. Ребят, для тех, кто не знает, кто первый раз смотрит видео моего канала, либо смотрит не первый раз, но не является подписанным зрителем моего канала. Короче говоря, если вы недавно со мной, я вам скажу следующее. Во всех своих видео, так или иначе, я говорю о том, что я за честность любую и во всем. Так вот, ребятки, в свое время я дал обещание, что буду пытаться выходить со своевременными, максимально честными обзорами на технику, которая будет касаться новогоднего аукциона, и планирую это делать. Чувствуя проблему, я выложил сегодня видео на своем канале. Вот ссылочка, кому интересно, можете посмотреть. По результатам просмотра данного видео, где-то порядка 400 просмотров видео собрало. Ребят, знаете, чем закончилась моя честность и честность по отношению к моим зрителям? Тем, что от меня отписалось на момент записи данного видео 76 моих подписчиков. Ребят, 76 подписчиков приняли решение отписаться от моего канала только лишь потому, что я абсолютно честно сказал все как есть. Ребят, если вы за честность, то подписывайтесь на мой канал. Я буду честным до последнего, вне зависимости от того, во что мне это будет стоить, ну и, соответственно, с кого какая благодарность будет. Но я вам скажу следующее. Первое, что я хочу сказать тем 76 подписчикам, которые от меня отписались. Ребят, пока-пока. Ну, а что касается позитива, который я получил от данного видео, так это то, что параллельно с 76 отписавшимися товарищами ко мне прибавилось 31 новый зритель, постоянный по подписке. Кто-то скажет, что я разменялся не в свою пользу. Нет, ребят, я с вами не соглашусь. Лучше 31 зритель, который по тому видео, ссылочку на которое я дал, ко мне подписались, чем 76 остававшихся со мной бы, если бы они не отписались, которые были готовы отписаться при первой же, но немножко неприятной ситуации для моего канала. Вот так вот, ребяточки, вот так вот стоит и чего стоит честность ютубера. Обещаю вам, что буду оставаться честным при любых условиях, чего бы мне это, как я говорил, не стоило. Я буду оставаться честным всегда. Меня никто не покупает, никто никогда не купит, ну и никто никогда не запугает тем, что будет отписываться от моего канала, подстегивая меня к тому, чтобы я заливал вам в глаза и в уши. На данный момент, ребят, у меня все. Оставайтесь честными всегда и до последнего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии по поводу честности и стоит ли быть ютуберу честным. На данный момент все. Всех благ, всего хорошего вам мира, обязательно спокойствия, приятных новогодних праздников, везения, приятных боев. Пока-пока!